Почему пальма? Будто бы Африка. А давайте, будто бы я охотник. А я будто бы дикий африканский зверь. И ты меня выслеживаешь. А я кто? Ты? Пусть я, будто твоя собака. Хорошо. Аф. Ой, да не так. А как нужно? Смотри. Не-не-не-не-не-не-не. Лучше вот как. Ай. Поняла? Угу. Да оставь ты свои грибы. Так? Здорово. Сойдет. Трезор, ищи. Зачем искать? Вот он. Да ты что, не понимаешь, что ли? Надо, как будто бы меня не видно. Ладно, пусть будто бы моим помощником будет. Вот, тащи будто бы снаряжение. Я ж тебя подстрелил, ну падай. А меня стрелять будто бы нельзя. Меня только ловить можно. Я редкий. Хорошо. Меня нельзя, я редкий. Зайцы редкими не бывают. Тряси по-настоящему. Я не заяц. Да все ты. По-настоящему. Что теперь делать? Вот, приложить надо. Ну как? Легче. Да тебе будто бы и не больно совсем. Ты же лев, потому что. Давай лучше ты лев, а я в цирке с тобой выступаю. А ты будто бы кто? Белочка. Да нет, в цирке кто? Она будто бы слон и танцует. Верно, вот так. Нет, я Белочка. А вы мне грибы помогаете собирать? Зачем? Сушить буду на зиму. Ну, в цирке грибы не растут. А вы будто бы в лесу. Мы в лесу и есть. Вот ты собирайте. Ой, ну так же неинтересно. Надо как будто бы. Вот ты будто бы на острове. Будто бы обед нам готовишь. Правильно. А мы к тебе на корабле плывем. Грибами? По морям, по океанам.
помогите! Что с ним? Что, что, не видишь, что? Плохо! Я сейчас. Ой, медвежонок, потерпи чуть-чуть. Ой. Скоро наши придут. Ой. Ты что? Да ты что, в самом деле? Ничего-то ты не можешь. Я все могу. Только по-настоящему. Вот и уходи. По-настоящему. Куда? К бегемоту. В Африку. О, в Африку. К бегемоту. Пусть он тебе грибы собирает. А ты знаешь, почему лягушки прыгают? Почему? Ну, потому что они мокрые все время, им холодно. Вот и греются. Ой, а давай и мы, будто бы лягушки. Давай. Квах-квах-квах-квах. А почему? А почему мячики скачут, знаешь? Не знаю. Чтобы весело было. Ты что?